Привет, народ, я продолжаю играть в Alan Wake. И в прошлой части что-то странное случилось вообще-то. Мы вроде как попали в аварию, но это вроде как все сон, а это внутри сна. В общем, какой-то инсепшн. Еще тут страшновато, и Алан кажется ранен. Ну, естественно, учитывая, что он попал в аварию. А еще в этом видео я отмечаю праздник. Да, 100 подписчиков. И в честь этого я готов разыграть небольшой денежный приз в размере 100 рублей среди одного из моих подписчиков. В конце видео я подробнее об этом расскажу. Также вы можете прочитать подробности этого розыгрыша в описании к видео. Ну а пока продолжим. Итак, что тут у нас лежит? Какая-то книжечка. The Creator's Dilemma by a Dr. Emil Hartman. Книга Эллис, да? Seeing the book brought back my fight with Alice. I didn't like it, and I didn't like the guy's smug face on the cover either. Я тебя должен обрадовать, он этот чувак на обложке не симпатичнее, чем ты. Что происходит? Что за звук? Надеюсь, это не я сделал этот звук. Так, ладно, машину, я думаю, отсюда мы не вытащим. Не знаю, что там с Эллис, по-моему, она не в порядке, конечно. А мы пойдем. У нас нет оружия, это плохо. Так. Так, я не узнаю местность. О, нет, подождите. Опять наша цель тогда была в первом сне, наша цель маяк. Добраться до маяка, теперь до бензоколонки, да? Там, кстати, машина едет. Там вполне мирно все такое, да? Хорошо. Может, это и не сон вовсе? Ну да ладно, пошлите до бензоколонки. Сейчас узнаем, сон это или не сон. Страшновато, народ. Что-то машина упала наша. Я думал, она не хочет падать. Так, ладно. Смело продолжаем наш путь. Продолжаем. Ну, пока вроде все более-менее так в порядке. Можем даже побежать, но я лучше не буду спешить. Буду любоваться ночным лесом. Он всегда прекрасен. Так, что за свет там такой у нас яркий? Что-то прям какой-то инопланетный. Я сейчас чувствую, я с инопланетянами наконец-то познакомился. Мечта моей жизни исполнится. Ох, какая радостная музыка. Сейчас я увижу свою дочку. Ну, бумажка. Люблю бумажки. А еще она чистая. Что-нибудь обязательно напишу. Или нет? Или не совсем чистая? The loose sheets of paper were pages from a manuscript entitled Departure. Departure. That was the name I planned to use for the next novel I had never gotten started. Откуда они узнали? I was named the author. I hadn't written it. I couldn't remember writing it. Ты в будущем. In the scene on the page, ты в будущем, я все разгадал. Attacked by an axe murderer in the woods at night. Ну все. Все сбывается. Так, я даже могу почитать, да? Давайте почитаем. Титульная страница рукописи. Подожди, что это? Alan Wake. Alan Wake. Уход. Вот эта страница. Смотрите, как тут все написано красиво. Так, можно еще почитаю? На Уэйка напал темный убийца. His face was covered in shadows. It was hard to make him out in the darkness of the forest that surrounded us. But the axe he lifted was plain to see. It glistened with the blood of freedom. He grinned at me. The shadows were alive, distorting his features. It was a scene from a nightmare. Тогда надо было лучше делать графику. Тени были живые, написано. Здесь тени не такие живые. Так, подождите, чувак с топором, это же было из первого сна, да? Ну ладно, добраться до бензоколонки наша цель, и давайте не будем голову сбивать себе всякими страшными рукописями. Которые мы как бы еще и не писали, а они уже написаны. Что-то странное опять здесь происходит, но это я уже привыкаю постепенно. Давайте двигаться к бензоколонке. Ай-яй-яй, ты кто такой? Чушь несешь ты, Алан. Какому-то исчезающему человеку ты такое говоришь. А у него ведь топор в руках, по-моему. Это нехорошо. Совсем нехорошо. Так что у нас тут низ, может прыгнуть, поплавать. Водичка хорошая такая, вроде тепленькая, наверное. Да ладно. Это уже бензоколонка там светится. Если да, то я с радостью к ней отправлюсь. The lights up ahead were a good sign. Maybe I wouldn't have to hike all the way down to the gas station to find a phone. Так, это что такое? А бензоколонка-то где? Я потерялся. Я тут немножко не ориентируюсь географически. А, вон там бензоколонка у нас, но это пипец, если мне придется туда-туда-сюда бегать еще. Ого-го. Это вам не маленькая пробежка вокруг дома. Так. Кто-то специально тут уронил дерево, чтобы я вот так вот туда пролез. Спасибо. Природе или кому. Так, что у нас тут есть? Может, что возьмем? Покушать, что-нибудь попить? Нет? А, найти помощь — наше задание теперь, кстати. Я могу отправиться туда, но там что-то очень мрачно. Не, я пойду по дереву. Дерево, извини, что я на тебя сейчас наступать буду. Не обижайся. Так, тихо. Как бы еще не упасть, а еще пораним что-нибудь. Так, контрольная точка, это хорошо. Ой, какие тут бревна. Красивые. Ах, американцы.
Не надо в таких мрачных лесах звать на помощь. Еще какие-нибудь злые люди выбегут с топорами как раз. Так, ну сейчас все, тут из-за углов надо смотреть внимательно. Кто там? Кого там увидел? Кого там увидел? Не подходи к нему, он светится темнотой. Ну вот, у него топор. О, Хелл, ты только сейчас понял, что он опасен? Кто этот такой? А, я тоже... Нет, я не очень рад, если честно. Тебе пора в психушку, ты несешь сушку. Куда он пошел? Надеюсь, он не меня атакует, да? Или что? Что происходит? Так, он решил со мной поиграть в игрушку, давайте убьем его с топором весело. Ты кого убил? Зачем ты это сделал? Блин, тут как-то все искажается, что это не очень хорошо. Чувак, ты как, в порядке, нет? Вроде у него нет ран таких особенных, ну, может, он просто прилег отдохнуть. Так, ладно. Да, я знаю твое имя уже и запомнил. Карл Стаки, все, Карл Стаки, я не забуду, спасибо. Не надо. Нет. У кого, у тебя? Ну, можно я куплю их, если хочешь, подороже даже. Что за бочки тут? Так, взять страницу рукописи, я возьму. Еще раз почитаем что-нибудь. Уэйк ответит на одержимого. Так, что это значит? Это был одержимый, я чувствую, да. Это вот это он был одержимый. Ну, я попытался сосредоточить внимание. Из него сочились тени. Это я тоже заметил. Но меня ужас не охватил. Но я немножко, конечно, заволновался. Так, а фонарик ты вообще не сжимал? Чё ты гонишь-то? Чё-то это какая-то рукопись точно не им написана, по-моему. О! Что произошло? Тихо-тихо, брёвдочки, падайте, все нормально. Ладно, если вы так любите падать, то я пойду, пожалуй, оставлю вас за вашим любимым занятием. Так, тут я не смогу спуститься никак, нам, наверное, надо куда-то в другую сторону. Эх, вы брёвна-то, а? Нехорошие какие. Накажет вас, накажет. Такие дела, о боже, прыгающий спайдермены с топорами. Брайт Фоллс. Ну я понял, что это мы в окрестностях Брайт Фоллс, спасибо. Так, я пойду, пожалуй, в светлый домик. А то тут как-то страшновато. Ай! Залог, ну и ладно, не возвращайтесь, не возвращайтесь. Я не против, я не против. Я в дом, я в дом. Все, до свидания. О боже, зачем ты такие дела делаешь? Ну, конечно. Эта сцена великая. Молодец, что вспомнил. Алан, я тебя зауважал еще сильнее. Любитель сияния. Я, знаете, какой любитель сияния? Я большой любитель сияния. О, мы нашли фонарик и пистолет. Ну что, теперь давайте его просто расстреляем. Ты что, раненый, что ли? Что с тобой? Так. Как у нас тут дела-то? Все, оружие, отлично. Фонарик светит. Нет, яркость зачем? Нормально все. Так, взять батарейки. Возьмем, конечно. А, это что такое у нас? Еще батарейки. Все, 6 батареек. На всю жизнь хватит. Ну, хватит мне все кое рекомендовать. Мне кажется, я лучше в другой отель поеду. А, боеприпасы для револьвера. Конечно, спасибо. Да, польза для здоровья неоспорима. Да, я с радостью выслушаю ваше предложение. Интересно, главное, уберите топор. Я не хочу убивать двух зайцев. Это твоя прерогатива с топором. Убивать двух зайцев. Так, я, кстати, телефон кому-нибудь позвоню, а то тут опасный. Мне нравится, как он медленно говорит. У него явно приступ слоупочества. А, о, шериф! Я не думал, что до тебя дозвонюсь. Алло, алло, алло. Черт побери, что тут падает все. Кажется, да, связь оборвалась. Ну ничего, ничего страшного. Что происходит? О боже, что происходит? Он что, сел сюда? Не надо так делать? Подожди, я, пожалуй, пойду. Черт побери, я пойду. О боже, он сейчас дом мой разгромит. Это не мой дом, но все равно. Что ты делаешь, архитектура? Тебе придется заплатить за это. В тюрьму сядет ведь, чувак. Он даже не представляет. Так, я куда-то побежал. Надо туда бежать. Надо туда бежать. К выходу. И сейчас умрем. Бежим, падаем. Ха-ха-ха. Так, а где эта злая штука, которая сейчас скинула дом? Тоже упала вниз, что ли? Так, ладно, я пойду к бензоколонке, а то тут как-то все уже все мрачнее и мрачнее становится. Так, спасибо от самооткрывающейся двери. Вот технологии в деревне. Так, что? Их было больше. Удержишься, нажать на клавишу. А, да-да-да. А, подожди. Что-то происходит? Кто меня бьет? Тихо, подождите, я ничего не понимаю. Чувак. Все, давайте успокоимся все вместе. У нас хорошая ситуация. Блин, вы злые и меня убили, да? Ну и ладно. Так, я сейчас обещаю разобраться с вами более серьезно, а то как-то в прошлый раз не очень было это. Ну а теперь что-то здесь уже более спокойно, что стало. Так.
Вот и все. Вот мы с тобой разобрались. Нет еще, что ли? Ну ладно. Так, подожди, вот давай с тобой. Батарейку, конечно. Подожди, подожди, не подходи ко мне. Ой-ой-ой, а ты что, подошел не в тему, конечно? Не в тему, еще не в тему. Я, пожалуй, убегу от вас. Вы не против? Нет, не получится. А, злые ребята убивают меня топорами. Я не знаю, что делать, честно говоря. Просто берут и убивают. Ну ладно. Ну, я все еще думаю, что это сон, поэтому мне как-то не особо страшно за мою жизнь. Может, ты как раз это неправильное отношение. Их было больше. Двое, это не больше. Давай я тебя как-нибудь убью побыстрее уже. О, наконец-то. Ай. Так, мне надо вставить батарейку, извините. Ну, подожди, подожди. Батарейку я вставлю. Батарейки у меня сломалась. Тихо, подожди. Ну кто? Ты что делаешь? Ты чем меня таким стреляешь? Мне аж больно. Я, подожди, я убегу, я убегу. Я убегу вновь. И вновь стрелять в тебя буду, надеюсь, тебе приятно. Так, подожди, я перезаряжаюсь, подожди. Не размахивайся топором, пока... Да куда ты уворачиваешься так? Я тоже так умею, кстати, заметил, да? Чувак. Ну давай, все уже, хватит. Наконец-то, кажется, я с ним разобрался. От какого удара? Да никого ты не убил, успокойся, они просто исчезли. Трупов нету, значит, никого не убил. Ага, вот я и говорю. Если это был сон, то... Ну, ага, правдоподобно до дурноты, это когда люди исчезают. Так, по-моему, сюда лучше не идти, потому что я здесь получу приятную дозу электричества. Или не совсем приятную. Вот лучше я сюда подойду и... Пну. Да, что же еще делать? Ой, красиво как. Ну, пнули мы, и что дальше? А, ну, побежали дальше. Так, я, пожалуй, перезаряжусь. Ну, ты уже и так по темному лесу походил, чего уж тут бояться? Конечно, необходимо. Не оставаться же тут. Тут все равно тоже темно, и там темно. Какая разница? Что тут происходит? Кроличий сезон. А, да, ты же все так, ну, зайцев собираешь делать. Чувак, ты мертв? Нет? Ну, блин, какой-то он не умирает. Ну и ладно. В общем, я вставил батарейку и пошел дальше. Так, что у нас тут? Надеюсь, я найду вкусные гамбургеры. Батарейки, конечно. И боеприпасы для револьвера. Так, и перезарядимся. Можно отдохнуть, расслабиться. Так, у нас тут какая-то... висит электрическая штука. Так, а куда дальше? Наверное, сюда. Я вот уверен, что когда я спрыгну вот сюда, кто-нибудь вылезет. Нет? Нет, все нормально. Ой! Нет, не все нормально. Женщина в черном, я вновь ее видел. Что ж, она явно неспроста тогда появилась в той забегаловке. Это был звук странный. Так. Куда дальше? Куда дальше? Мне кажется, я пошел не туда. Ну ничего, я могу поплавать, нет? Я все еще хочу поплавать, нет? Не будем. Не будем портить нашу одежду. Все такое, еще простудимся. Так, лучше пойдем вот сюда. Ну здесь не так мрачно, да, я скажу, даже здесь можно пикник провести. Что тебя отпустило? Слушай, а мне нравится смотреть на воду. Что ты гонишь? Мне нравится смотреть на воду. А, ну нам туда, и все, давай сейчас мы уж не упадем. Я думаю, тут можно подскользнуться, но я думаю... Алла не такой нубло, чтобы подскользнуться на такой толстый и упасть вниз. Хотя я говорю, опять-таки, мне поплавать я вообще не против. Не знаю, что он жалуется на воду, что-то ему не нравится. Так, и что тут, куда дальше? Так, ну сюда, да? Давайте предположим. Угу. Мы тут попрыгаем, не против его. Хорошо, камни, спасибо. Так, и дальше сюда. Тут у нас какие-то джунгли начинаются, если честно. Так, кто появился? Поместье Светлая река. Ладно, спасибо за совет, я тоже туда схожу как-нибудь. Надеюсь, мне там понравится. Так, я не думаю, что стоит вступать в реку, я сразу утону, я лучше пойду сюда. Подожди, я его не убил, что ли, до сих пор? Карл Стаки, я знаю твое имя. Ты мне его два раза сказал, спасибо за это, я теперь его навсегда запомню. Так, куда дальше? Что тут у нас происходит? Опять бревна, все, разруха, это вообще некрасиво. Боеприпасы для револьвера 31, но мне хватит навсегда. И там, это вот этого, надеюсь, уже бензоколонка, да? Было бы круто. Я приближаюсь к своей цели. Надеюсь, этот ужасный сон закончится. Действительно какой-то мрачный. Так, у вас что, вы вылезли-то отсюда? Тихо-тихо-тихо, чуваки, я подойду, отойду. Точнее, отойду. Так, у вас там звуки страшные, как будто вы топоры достали. О, ты что стреляешься?
Так, а ты умер, а ты тоже давай, дружков. А, нет, он умер. Я думаю, твой дружок умер. Так, я перезружусь, вы не против? Подождите, подождите. Не кидай меня топорами, все равно косой. Так, отлично. Так, и теперь... Отлично, все. Два исчезающих трупа. Или призрака, или как хотите называть. Так, ну главное, они ушли. А мы остались живы. Можно стрельнуть в это ради эксперимента, но... Нет, ладно, сон не время для эксперимента. Так, нам надо как-то забираться повыше, давайте. А, молодец, Алан, карабкаться умеет. Так, что у нас написано? Каушен. Ну, каушен, здесь везде каушен, надо выставить надпись. Так, а что это такое? Цветочек какой-то желтый? Нет, это просто отметины какие-то странные на пеньке. Ну и ладно. А-а-а, круто, я сейчас сяду и поеду. Можно? Блин, он не умеет водить. Да-да-да, точно он не умеет водить. А какой он нубчик. Так, ладно, дальше прошли. Надеюсь, эти двери тоже откроются сами по себе, как вон предыдущие. Нет, походу, тут вообще не пройти. Так что я пойду в другую сторону. Так, тогда перезарядка, перезарядка. Как перезаряжаться-то? Ага. Все. Ну, я думаю, с оружием тут, конечно, проблем никаких нет. Вот не было бы у меня оружия, мне было бы страшновато. А так, вон свет где-то светится, и оружие есть, и фонарик. Ну, что плохого-то? The staircase was broken. Лестница оказалась сломана. I had to make my way up some other way. Так, ну что, я думаю, сейчас ты просто как Супермен прыгнешь, или как оденешь костюм из Крайзиса и прыгнешь высоко. There had to be a way to get up there. Ну, найдем, не беспокойся, Алан. Не нервничай. Так, тут у нас опять револьверные патроны. Ага, все, взяли. Так, что еще взято? Не знаю. Короче, верхний проход там надо найти. Отлично. Так, что у нас тут это? Осмотреть. Я смотрю. Почему бы и не осмотреть? Так, теперь нам надо найти электричество. Генератор. Да, я умею искать генератор. Я как-то уже их искал. У нас тут есть лестница. Я думаю, она не просто так стоит здесь, поэтому я полезу по ней. Конечно, я сомневаюсь, что она меня куда-то приведет. Куда надо? Ну, во всяком случае, я осмотрюсь отсюда получше, чтобы понять, где еще находится. Так, наверняка это генератор. Да, я пошел. Ау, зачем ты падаешь так больно? Здоровье восстанавливаюсь, я не хотел так делать случайно. Что тут происходит? Опять два чувака. Два, надеюсь, только. Хорошо, что их пока по двое. А, их трое! О, топоры кидают в меня. Я пойду побежалуй. Ой, подожди, куда ты так близко подошел? Это нечестно так близко подходить ко мне. Я так не люблю, когда люди ко мне подходят. Что ж ты бегаешь-то так быстро? Подожди, я перезаряжаюсь. Ну что вы делаете? Мне приходится назад отбегать. Я продвигаюсь вперед, а вы из-за вас меня назад проходите. Ну куда топор кидаешь? Так, подожди, еще один. Ау, подожди, я не ожидал такой встречи. Мне нужно убежать! Ну что ты медленно бегаешь? Подожди, все, тихо. Еще. Перезарядка. Отлично, нет! Есть, я успел вернуться. Иначе было бы мне плохо. Вы какие злые чуваки. Так, я перезаряжаю. Что там с тобой? Подходи ко мне. Подходи, давай, нравится свет? О, я заметил, что ты его любишь. Все, отлично. А, пойду искать генератор. Я его уже нашел, если честно, но из этих чуваков пришлось отойти уже сильно назад. Around, there had to be something I could use to reach the top. Что ты рассказываешь? Вон генератор, все, подходишь к нему, включаешь электричество, и что-нибудь хорошее происходит. Не надо паники. Так, ну старт, давай. Нет, надо отойти подальше, чтобы сделать старт, оказывается. Это не так легко. Моя любимая мини-игра. Попади в зеленую полосочку. Я попал три раза аж. Чисто на скилле, по-моему. Ну, теперь там зеленая лампочка, да. Она загорелась быстрее, чем я, но я догадывался, что она там будет. Так, ну теперь туда быстро, надеюсь, никто не появится, пока я бегу к ней. Так, и что вообще, что нам дает эта загоревшаяся зеленая лампочка? Вы догадываетесь? Я не очень. Ну, сейчас мы подойдем к желтому кружочку и узнаем. Так, Алан, не уставай, ну что ты там переел чего? Как будто там, не знаю, у тебя в брюхе не дофига. Так, что тут? Погрузчик для бревен. Ага, круто. А для чего он мне? Наверное, вот для этого. Хотя я не уверен. Да, предположим, что я правильно его положил. Да, и что дальше? А дальше нам надо вон взять вот эту штучку. Прекрасную, конечно, кофе, самое время. Реклама кофе! Внимание!
Покупайте кофе синенькое с беленьким. Итак, дальше. Дальше, вот. А, вот теперь мне туда нужно забраться по этой лестнице. Ну, я догадывался, да, опять-таки. И заберемся ведь. Почему бы и нет? Бензоколонка уже ждет нас. Там уже и торты испекли для нас, и все такое, и вообще. Ждут там гости нас. Дорогие. Как так? Подожди, не падай, не падай. Светло, светло. Ну что ты качаешься-то так? Прыгай. Молодец. Ну вот мы и прошли эту странную бревночную зону. Прошли, да? Прошли. И теперь дальше. Опять ждем встречи с приятными ребятами, поэтому перезарядимся. Тут что-то светится, я подойду, пожалуй, туда. Там опять зеленая лампочка. Я люблю зеленые лампочки, кстати. А, тут у нас радио, да? Неужели оно работает? Отличная ночь, я согласен. Бегают всякие маньяки с топорами. Не-не, в постелях. Какое? Вы что? Два часа дня. Я на ногах, да. Я так и сделал. И тебе советую. Будем тут веселиться вместе, давай. Небо кристально чисто. Сейчас проверю. Ну, я согласен, что тут атмосферный лес. Небо чистое, да? Ну, похоже, да. Да, ну конечно ты, давай я возьму радио с собой, что ли, я не знаю. Ну ладно, он походу там один, он думает, что у него там зрители, точнее слушатели, 2-3 человека. По правде их, наверное, еще меньше. Один Алан. Чего там кто-то ему позвонил? Ну и ладно, я не люблю эти всякие радиотелепрограммы. Так, взять страницу рукописи, конечно, кто-то их тут разбрасывает специально для меня, кажется. Я пропустил две страницы. Ну и ладно, у Эйк находит страницы. Ага. Я не охочусь за страницами. Опять Алан что-то чешет в этих рукописях. Да с ним все с ней в порядке. Что ты волнуешься как-то? Зря, не надо. Когда уже наступит утро? О, It's light welcoming in the darkness. Конечно, и слушай, они так привлекательно горят. О, опять он рекламирует свою забегаловку. Хана желудку. О, ну это я съем, конечно, да, я люблю. Зверюга. Звезда. Красная? Какого цвета звезда? Слушай, ты меня, конечно, привлекаешь. Привлекаешь своими вот этими лозунгами туда, всякими рекламными объявлениями. Я, конечно, уже хочу туда сходить быстрее. Ну, единственная твоя вот антиреклама, это, конечно, то, что ты топором размахиваешься. Карл Стаки. О-о-о, вы еще подошли-то? Подожди, ребят, вы, я не ожидал вашей встречи тут с вами. Я, пожалуй, убегу. Ну, не получилось опять. Ну, вот я не... Вы видели, как они подходили? Я не видел. Одержимые психи. Я даже не буду слушать радио этого человека в этот раз. Лучше возьму просто боеприпасы для дробовика, а радио как-нибудь в другой жизни послушаю. Не время для радио, нужно идти к бензоколонке, она рядом уже где-то. Итак. The gas station was closer now. It's light welcoming in the darkness. Сейчас я готов к встрече с этими двумя одержимыми. Чуваками, которые хот-доги продают. Так где они? Откуда появятся? Мне вот сейчас интересно. Я слежу внимательно. Мрак находит на нас. А вот они. Появились. Есть один. Нет. О, а что это он меня кидает? Подожди, я перезаряжаюсь. Еще батарейки поменяю, пожалуй. А то не очень. Долговечный вообще. Вот и все, да? Давай, все. Молодец. А, отлично. А, ну да, перезарядка. Так, когда же вы уже закончитесь? А, еще двое. Мазил, один из них. Подожди. Куда ты там начал? Ну, опять мне приходится назад ходить. Не кидай. А, ага, еще один. Любитель покидать топоры в них. Что у нас тут за вот это такое? Я, конечно, потом заинтересуюсь. Все. Вы мне больше не помеха. Не знаю, к чему этот у нас тут генератор стоит, но я, конечно, зажгу. А, ну да, свет включает. Я, конечно, люблю свет. Так, а у меня, кстати, кончились патроны. Это радостное известие. Я думаю, во всех новостях на всех телевизионных каналах это должна быть новость. Ну ничего, я думаю, я просто так бегу до... Без заколонки, без всяких там стрельбы и так далее.
Да, ну, правда, у меня убегать не получается не очень. Но ничего. Мы немножко ранены еще. Не знаю, тут рукопись, я уже просто пробегаю дальше. Кажется, за нами бегут. Это нехорошо, нас сейчас убьют. И мне ничего не остается убежать. Дальше просто надеяться, что они не догонят меня. Но они догоняют меня, да, и догнали, и все такое. Все плохо кончается в этой жизни. А почему у меня кончились патроны? А потому что я их не экономил, может? А, ну тут вот есть боеприпасы для револьвера. Спасибо, что сейчас я их заметил. Сколько их? 24 штуки. Ну, я думаю, мне хватит. Да, оставшиеся дороги до бензоколонки. Я все-таки очень намерен именно в этой части дойти до бензоколонки. Хоть она, конечно, и длится больше, чем уже обычно. Так. Ага, вот вы меня окружили уже, ребята. Молодцы, что сказать. Ага, вот ты сейчас засветился. Я пойду к свету, пожалуй. Вы сюда все равно не подойдете. Трусливые засранцы. Че, вы где там? Боитесь, да? Куда вы исчезли? Ага, попрятались по кустикам. А ну, появляйтесь. Ну, вот, сразу вылезли. О, какого хрена? Откуда сейчас кидаются они топорами-то? Я не заметил. Чувак. Извини. Извини. Ох, ты любишь цветок. Подожди, подожди. А что ты тут делаешь так близко ко мне? Я перезаряжаюсь как можно быстрее. Но ты никак не умираешь. Наконец-то. И еще один, да, персонаж. Куда ты исчез только что? Только что здесь был. Ладно, предположим, что так и задумано. Пойдем дальше. Ой, ну тут совсем темно, я не понимаю, куда идти. Так, вон там где-то бензоколонка, я пойду в ту сторону. А что вы опять вылезли? Я вас уничтожил же. Вот засранцы какие. Не нравятся мне эти ребята. Злые они. Патроны сейчас опять кончатся. Да что ж вы делаете со мной? Вам не стыдно вообще так вести себя? Я известнейший писатель. На вас засуд. Если вы меня убьете. У меня есть жена. У меня один патрон остался, ребята, что делать? Ну и ладно, ноль патронов. Ничего, побежали дальше. Так, а куда я бегу, собственно? Собственно, куда я бегу-то? Собственно, сейчас у меня проблемы будут. Как тебя избить меня? Я тебя в рукопашную, давай. А, ну, походу, не получится. Ладно, да, побежали. Так, а что у меня, может... Ну, какое-нибудь другое оружие, что ли, было бы? Ну, не знаю, что это такое? Так, патронов-то мало. Вон там патроны, надеюсь. Нет, это рукопись, всего лишь рукопись. Блин, собака, это нечестно. Где твой фонарик? Светись, блин. Уничтожайся. Блин, ему, на него уже фонарик не действует, это плохо. Бочками, что ли, взорвись, там, не знаю, что-нибудь случится с тобой. Блин, ничего не происходит с ним. Так, это конец. Это конец, мы сейчас еще устали. Отлично. Так, я давай тебя последний раз освещу. Может, тебе это не понравится. Ну, что мне делать, куда мне бежать? Блин, засранцы какие. Когда нервная игра, и мне конец. А-а-а. Какой-то темный мрачный лес совершенно. Мне не нравится этот лес. Я сначала порадовался, что... О, лес, давайте походим по нему. Сейчас уже не очень радостно. Может, я возьму топор? Слушай, это было бы дополнительное оружие, я бы... Ну, ладно. Так, пофиг. Предположим, что... Куда нам бежать? Вот это самое сложное, конечно. Предположим, что будем просто ориентироваться по этой желтенькой точке на радаре. Опять вылезли засранцы. Ну, что вы за люди? Нравится такое вот. Тебе зачем ты на меня нападаешь? Тебе по кайфу, что ли? Когда тебя вот так стреляют из револьвера, блин. Светят еще сильно так. Ну а тебе? С серпами и молотами он тут размахивается. Ну вот, меня убили сейчас вообще, у меня были патроны. Ну что, все, похоже, все. Я сливаюсь. Совсем плохо дело мое начинается идти. Я таки, конечно, еще раз попробую. Рано отчаиваться, прям полностью. Но, честно говоря, эти ребята меня уже заколебали. Что с ними делать, непонятно. Там у нас вон рукопись. На. Вы, ребята, заколебали меня, конечно. Так, подожди, подожди, не подходи ко мне. Еще кидает топор, или он тут? А, попал один, да? Ну что ты вы делаете? Ай-яй, он подошел ко мне слишком близко, мне это не нравится. Ну куда ты не уворачиваться, что ли, разучился, Алан, блин, сраный Алан.
А, ну все, мне конец, смотрите, это 100% инфа. Ну, вернись, собака ты такая. Ну, вернись еще раз. Ну что ты как быстро бегаешь, а? Я думал, они бы медленнее бегают. Что они так бегают-то быстро? Что происходит вообще? Почему они такие злые? Нельзя было как-то их полегче что ли сделать? Ах, ребята, ребята. Так, ладно, мы возьмем батарейки. Не знаю, был бы у меня что ли там дробовик. Может, я пропустил дробовик где-нибудь? Может, он где-то тут лежал? Тут так темно, что я ничего и не вижу. Я вон вижу рукопись, я к ней бегу. Окей, ребят, все. Остальное пофиг. Да-да-да. Привет, друзья мои. Ну вот, начали меня попадать еще чем-то. Что вы так бегаете-то быстро, засранцы? Ах, вы какие злые, а? Ах, вы какие злые, что ж ваш, вы не учитесь ничему? Злодеи совершенно. О, я нашел свет. Я, пожалуй, подойду сюда. Ага! Трусливые засранцы. Так, я что, все? Мне с вами уже не можно и не разбираться. Так, что у нас тут? Боеприпасы, отлично. Батареечки. Так, где у нас там бензоколонка-то? Я отклонился, кажется, от пути. Тут у нас какие-то что-то еще... Что это? Я таки, может, сяду туда и поеду? Да? Блин, сейчас кто-нибудь появится обязательно, нет? Ага, ладно. О боже, о боже, о боже, о боже. Еще и ворона. Да, я понимаю, я уже понял, какое ты мясо любишь, особенно человеческое, наверное, да? Ну, я тебе скажу, салаты тоже вкусные, ты попробуй. Может, тебе понравится побольше все-таки. О, сейчас эти машины меня будут грозить убить. Так, не двигайся, не двигайся, понятно, да, тебе? Все, я пошел. Ладно. Ай, ну что вы сзади ты появляетесь? Мне больше нравилось... О, их трое! Их трое, ребята, это не очень хорошо. Я пойду в дом, пожалуй. Да, леса хорошие, действительно. Так, я... Надеюсь, не дай бог, дверь закрыта будет. Я зашел, я зашел. Так, дробовик. Есть дробовик, дробовик, я возьму дробовик. Спасибо. А вы сюда не зайдете, да? Так, что это такое, кнопочка? Я люблю нажимать кнопки, поэтому нажму. Что произошло? Тут у нас еще телевизор. О, телевизор я, конечно, сразу посмотрю. Какой-нибудь там интересный канал, сериальчики. Ньютон, Эйнштейн, Саган. Скучный довольно канал, походу, что-то на это Discovery, да, наверное? Тут он еще черно-белый канал какой-то, совсем не современный. Ладно, я пойду, пожалуй. Так, ребят, вы где? Я пришел с дробовиком. Давайте поговорим, как мужики. Мясо хотите? Я пропустил, кстати, страницу рукописи, но ничего, взял другую. Уэйк лжет шерифу. Да когда я это делал? Шериф. Так, мне надо найти шерифа. Все, отлично, я прочитал. Алан медленный, читает медленно. Так, что тут висит, это сейчас упадет еще на меня, вот это было бы круто. Они еще что-то качаются. Вороны, вы что качаете? Угу. И ладно, я не буду слушать этого странного человека, у него, походу, бред, это его второе имя. Или третий уже. Карл Стаки Бредович. Откуда вы топоры столько взяли, а? О, нет, о боже, что-то вас много. Кстати, свет, может, я туда стрелю? Не, я думал, это взрывается. Так, у меня дробовик или нет? Слушай, чего вы не умираете? Я вас дробовиком стреляю, я думал, он более такой эффектный. Подожди, 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 не подходи ко мне! Вот так вот. Ага, вот теперь-то вам нравится, да, наверное? Подожди, я еще раз перезаряжусь, и тебе не понравится. Вот это я понимаю разборки в Техасе. Так, еще один, еще один. Там мне кто-то обойти пытается, но мне пофиг. А, вот он подошел и я пошел. Подождите, я отойду назад тогда. Подожди, я отойду назад. Ну что ты стреляешь мне? Ах ты козел. Суп, я пить. А, нет, смотрите, я что-то мыжил, кажется. У меня еще револьвер остался. Ладно. Это было нервно, честно говоря. Бревна, вы качаетесь не в тему. Так, 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 термос кофе, конечно, конечно, без него никогда термос кофе. Фу, есть, я спасся, я взял термос кофе. Или нет, по-моему, тут все еще что-то качается, так. Ну куда, ну почему, ну хватит приставать ко мне. Дверь, откройся, пожалуйста, откройся, откройся, откройся. А, нет. Так, где он? Я его потерял. А он уже исчез, да? Быстро. А, вот тут есть кнопочка, я нажму, пожалуй. Откроем, откроем, конечно, откроем.
и используем. Никто мне не помешайте, пока я использую этот имя. А-а-а, засранцы. Вы еще телепортируете научились, что ли? Совсем прокачались, походу. Слушай, это ворота открываются или не открываются, чуть не понимаю. Так, подожди, что происходит? Ворота открывайтесь. Так, 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 подожди. Мне нужно пролезть, что ли, сюда? Или что сделать? А, блин! Есть, я вернулся. Успел, 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 успел. Так, походу мне нужно с тобой забраться, пока я с тобой не останусь, тут проблема. Ну ты куда-то убегаешь, как Супермен? Нет, не нравится, честно. Давай не будем так делать. Убегаете еще куда-то? Зачем все это нужно? Ребят, раскачали бревна, зачем тут устроили? Ну что, вот вам нравится, вам светит в лицо фонариком, у вас глаза ослепляются или что там. И что происходит? А вы бегаете все как психи ненормальные. Ребят, вы странные. А, где этот босс? Предположим, что он мини-босс, потому что другие чуваки вроде так быстро не бегали, а вот и ты. Опять улетел. Опять убежал. Блин, я еще не успеваю фонариком посветить даже. А надо бы, а надо бы. Меня уже раздражает твои бегания туда-сюда. Следы какие-то черные оставляешь еще вокруг. Вот-вот-вот-вот ты. Ну что ты как... Тебя фонариком посветишь, сразу убегаешь. Ну что за неприличный какой-то человек. Я с тобой поздороваться хочу, поговорить, а ты убегаешь. Вот, вот он кругами бегать начал уже. Что за человек? Так, предположим. Ну все, наконец-то умирай, 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 умирай. Не умирай же. Ну, давай, все, разберемся уже. У меня 10 патронов осталось, чувак. Так, давайте я батарейку вставлю сейчас. Наконец-то, ё-моё, да ты живучий засранец. Как сразу здесь спокойно стало? Так, это сейчас хорошие слова говоришь. Мне нравится, что тело Стаки исчезло. Надеюсь, он больше и не появится. Бензоколонка-то уже рядом. Фу, неужели я прошел это? Ужасно. Да, я тоже вроде видел. Так, а что за олени тут? Ребят, что за олени? Праздник оленей, что ли, какой-то? Какой там был праздник? Брайт Фоллс намечался, я что-то забыл, если честно. Я так его ждал, а теперь забыл. Ну ничего, добираемся до бензоколонки. Тут, конечно, не совсем так весело, как я ожидал. Не то чтобы безопасно. Угу. Ну, не меня. Но если я сейчас увижу здесь других нормальных людей, то тогда... все окей. Так, и чё, бензоколонка? Ну и чё, это разве безопасное место? Здесь обычно маньяки водятся. Ну вот, и чё, это хорошо, что ли? Здесь вон какой-то террор происходил, действительно. Найти телефон. Так, чё, кто? Что, телевизор, ага. Ага, меня кто снимал на камеру, я вас засужу. Чёрт побери, какой-то маньяк меня снимал, а я и не знал. О, ужас какой. Боже мой, я подумал, там живой человек. Неужели я сходил с ума, или ты сходишь с ума? Мне кажется, ты сходил с ума и сошел с ума, и все вообще. О, тут можно что-нибудь купить. Продавец есть на месте, бля, продавца нету. Ну, по-моему, это... Ладно, я дошел до бензоколонки, тут не совсем так весело, как я ожидал, конечно. Я думал, тут будет веселье, народ и так далее, праздник. Ну, ничего. Продолжим мы уже в следующей части. А на этом все, наверное, да? Уэйк находит несколько загадочных страниц и так далее, и так далее. Мы это все сделали в этой части, а продолжим уже в следующей части. А сейчас напоминаю, что, посмотрев это видео, у вас есть шанс получить 100 рублей, если вы мой подписчик. Вам нужно всего лишь оставить комментарий к этому видео со словом «сотня». И сделать это до субботы. А в субботу я уже одному из оставивших комментарий с этим словом вручу 100 рублей. Подробности, опять-таки, говорю, смотрите в описании. А пока, всем пока.